запомнила? Угу. А то вас на агроном-то выучили. А лошадку запрягать не можете. Ну, теперь садись. Ну, вот перед вами девушка-кобыла. Магнитка. Лошадь, она смирная. Ничего такого подозрительного за ней не замечалось. Ну, теперь стал как ей управлять. Ну, значит, поехали. Ту останавливаем. Правой вожжой, значит, направо. Левой вожжой, значит, налево поворачиваем. На. Ну, это все-то так, теория. Без мата она никуда не идет. Как не идет? А вот так стоит подлый. Ты хоть кол на голове тиши. А вот как матюкнешь, пошла. Скажите, пожалуйста, а лошадь заменить нельзя? Да заменить можно, только ведь они все подлые, как сговорились. Без мата ни ту, ни ну. Как же я такое выговорю? Отдел хозяйской, не знаю. Что же мне делать? А может, вы мне как-нибудь поможете? Ну ладно, для первого раза я сам. Давай. Эй! Ой! Ой! Нет, не надо. Ну чего, чего? Пожалуйста, не надо. Может, мы что-нибудь придумаем? Ничего ты не придумаешь. Все давным-давно известно. А ну, кому? Ой, не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Испугалась, интеллигенция. Может, мы с ней как не... Коммансибите. Ком! Ведь она ж не трофейная. По-иностранному не соображай. Ну, а если ее просто ласково попросить? Чего-чего? Ну, вежливо, понимаете? Кобылу-то. Ну, давай. А я попробую. Давай-давай. Лошадушка, милая, ну, я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, трогай. Трогай, лошадушка, милая. Так, так. Мать твою, о, Господи, мне даже в голову такое не приходило.